Представление состоялось здесь, в Театре оперы и балета, 7 февраля. Билеты, к слову, не дешевые, от 1500 рублей. Выступили, и через 2 часа гастролеров уже не было в Саранске. О том, что у кошек Юрия Куклачева нет справок от ветеринара, Россельхознадзор узнал, но было уже поздно. Спустя неделю в адрес гастролирующего театра кошек было направлено предостережение, в котором по пунктам и статьям законодательства ветеринарные контролеры расписали, что и когда руководители театра нарушили, а именно не оформили ветеринарные и сопроводительные документы на животных, участвующих в представлении. Похожая история произошла в Саранске в октябре прошлого года. Цирк «Шапито» выступал в ДК «Луч», не заключая договор с местной ветеринарной службой. О том, что у артистов нет сертификатов и лицензии, Россельхознадзор не знал. Отслеживаем. Как же пришли животные? Все ли требования при их перемещении были соблюдены? Одним из требований является то, что животные, птицы, рептилии должны сопровождаться ветеринарными документами. Более того, корма, которые используются для этих животных, тоже должны сопровождаться ветеринарными документами. Документы на корм тоже не были предоставлены, поэтому неизвестно, чем кормят гастролирующих кошек и кормят ли вообще. Известно, что свой тур театр Куклачева начинал в Тамбове, и туда дрессированные животные приехали со всеми необходимыми документами. Видимо, гастролеры не знали, что, приезжая в каждый новый город, нужно получать новые справки от ветконтроля, или посчитали, что это слишком муторно. Это не единственный случай, когда к нам животные в составе зоопарков, цирков приезжают без ветеринарных сопроводительных документов. Такие случаи были, мы о них знаем, мы профилактику проводим, указываем об этих нарушениях учреждениям, которые допустили. Россельхознадзор только выявляет нарушения в деятельности по использованию животных в культурно-зрелищных целях и указывает на них нарушителю. А тот едет дальше и, возможно, продолжает нарушать и получать новые предостережения, зная, что ничего за это не будет. Кошки Куклачева после Саранска отправились дальше в тур. Липецк, Щелково, Ярославль, Рязань, Калуга и Питер, будут ли там предоставлены необходимые ветеринарные документы. Олеся Плакиткина, Андрей Просвиркин. Наши новости.